площадка пуста. Люди сошли с ума. И только то, что Сергей Тимошка там, он уже рискует, что сейчас ко мне менты приведут и скажут это, платите штраф. Вот. То есть приходится делать все наоборот, а то, что понятие иммунитет для них означает, ну, ни слова такого не знают, по большому счету. Из-за возможного диабета полностью отказался от сахара. Ломка невероятная. Потом как-то расскажу, что есть калории, в другой раз жиры, углеводы и что там еще, белки. А на самом деле наше поведение, нашим голодом, нашим настроением командуют наркотики, которые производят желудочно-кишечный тракт. Об этом, может, и не стоит говорить, но детям уж точно нет. А теперь покажу, что надо детям знать. Значит, вот это вот кусочек называется «Средняя школа в руках автора программ для тиражирования дебилов». Вот смотрите, вот это мои детишки, да? Вот, эта фотография сделана сегодня. Вот, милая картинка, не правда ли? Сейчас поймете, к чему я говорю. Вот это мои дети учатся садить картошку. Вот так. Сразу пятилетняя ухватили, четырехлетняя девочка немножечко ошибки делала, вверх ногами садила. Но они у меня молодцы. Вот. И с этого возраста, пока это для них игра, это должно стать нормой. Но для этого надо иметь землю. Вот. Теперь дальше. Ну, а дальше такая картинка. Сейчас придем. Так вот, Александр, это только из-за вас, и я это, из-за ваших писем очень толковых, я эту тему поднимаю. Немножко другая, но очень важная. Вы написали, и поймите, сейчас вы поймете, насколько то, что я скажу, важно. Может, не всем вам, есть люди, которые... Вот, я садовод, давайте мне это, по садоводству. Ну, потерпите 10 минут, ну, 15. Это очень важно для чего? Когда-то все изменится. Но туда не прорвался пока ни один настоящий мужик. И ни одна настоящая, ну, пусть женщина, но ученая, которая совмещает в себе и мозги, и еще и не 90-60-90, чтобы прорваться туда. Не габариты фигуры, а совсем другие данные, которые могут сделать так, что человек начнет перестраивать все, что творится. Вот в этой команде таких нету и быть не может. Ну, по крайней мере, пока такой предварительный вывод. 20 лет долблюсь, чтобы хотя бы в садоводстве что-то бы изменить. Сколько можно-то? Ну, бесполезно. И вот Александр, смотритель, мой друг, и, так сказать, ну, не оппонент, скорее даже не оппонент, а союзник. Мечта фармкарм компании – это дохлый больной человек. А, ну, кто спорит? Здорово, кому вы нужны, а? Как он точно написал? Как точно, Александр? Который хочет прожить каторжной работе день. А ведь нас каторжная работа не пользуется. Мы, может, и не хотели бы жить, но будем жить. И для этого нужно покупать каждый день дорогущую таблетку. Или лучше пройти процедуру врача, который назначит ему дорогую таблетку. Врачи ведь тоже подельники, их тоже кормить надо. И тут крутятся все деньги, пищевая промышленность, и химические сады, и трупные заводы, мясокомбинаты, и маркетинг, и реклама, и телевидение, и интернет, и откаты, и взятки. Так вот, я выделю вот эту фразу, Александр. Тупого современного человека легко доить. Однажды случился недавно дичайший скандал. Дичайший. Это не просто священник. Вот. Вот этот священник, вот он, давайте я процитирую, известный своими неоднозначными высказываниями, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства, детства. Так вот, он заявил, Дмитрий Смирнов, девочкам не нужно ходить в школу, не должны учиться быть мамами. Сейчас я вам с двух сторон посмотрим. Назовем это крайностью. Конечно, когда пишут, в РПЦ заявили о ненужности, в РПЦ, то есть о якобы это мнение всей церкви. Это, конечно, не так. Вот. Это просто была сенсация. Я сейчас выскажу свое мнение и пойдем с подходом. Это важнейший момент. Значит, я выделяю девочек старших классов. Это 10-11 класс. Раздельное образование.
Надо подготовить их быть мамами, например. А еще наши девочки в старших классах любили, знаете что, «Войну и мир». Вы сейчас упали со стула, нет? Упали. Не может такого быть. Вот это занудная вещь для школьника. Нет. Они выбирали цитаты и эти самые главы про любовь. Про Наташу Ростову. Понимаете? Я вообще-то пропускал, я только... А большинство и не читали даже мальчиков. Ну, знаете, этот подростковый возраст, это самое, гормональная война, о чем мы потом ниже будем говорить, да? Но девочки хотя бы читали. И я читал. Но я только читал про эту самую, про Бараевского. В общем, про батальные сцены. Все. Вот. А потом повезло с учительницей. И вот эта учительница читала нам: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Тут никто не краснел. Чудное явление, гений чистой красоты». Потом она брала и записывала на доске и говорила: «Сейчас мы будем изучать ямбы и хореи». И тогда я сказал себе: составлю я программу. А теперь смотрите, что надо делать. Начинается 10-11 класс. Самое главное, что для человека. Вот для девочек. Уже отдельный класс, там только девочки. Все. У них свои секреты. У них свои эти самые школьная программа. Чисто девичья. Домоводство, подготовка к материнству. Представим себе, что есть школьная кухня. Вот. И там по очереди все работают часть времени, все ученицы школы. Их не так много в выпускных классах. Вот. И они профессионально, борщ это образно. И борщ, и котлеты, и все, и это, и вплоть до торта. Почему это надо сказать? Сейчас я скажу, только это кто-то, может быть, и отключится. Спасибо, Александр. Это из-за вас я сейчас ушел от садоводства и говорю об этом. Но мы сейчас садоводству придем. Тупого современного человека легко доить. А чтобы не быть тупым, давайте-ка своих детей сами научим. Но еще лучше, когда... Почему лучшая школа? Представляете, они получают несколько дипломов. В школьной столовой дети, которые приготовят родителям этот же борщ, эти же котлеты, это же все, вплоть до торта красивого, вот, поздравляем с выпуском. И вот там они с родителями отметят. И там, может быть, они эту самую рюмку-то и выпьют, а не после выпускных экзаменов. Так вот, первый диплом уже есть, диплом повара. Аттестат зрелости, зрелости. А он, вот, какая зрелость? И вот уже первый диплом. И это все за 2 года можно. А дальше? Хочешь, не хочешь, а будешь шить. Завтра подгузники для своих детей. И вот когда ты нашьешь подгузников, пеленочек, вот такое вот, вот такое. Вот столько. Вот тогда, и не только, но еще что-нибудь посложнее, и получишь диплом швей-моториста. И экзамен будет. И будешь на экзаменах шить за этой машинкой. Вот. А дальше, самое страшное в нашей стране, это то, что люди умирают, не получив помощи. Выпав из окна, попав под автомобиль, просто упав, разбив голову, Стоят люди, истекают кровью, никто не знает, как кровь остановить, не говоря же о том, чтобы более серьезную помощь оказать. А курсы медсестер – это надолго, это навсегда. И это профессия уважаемая, которая потом кормить будет. Закончил школу, и только те, кто вот эти курсы, кто отучил пару лет медсестрами, только они получат право на высшее образование. Только они. Что такое самооборона? А что такое самооборона? Я специально утрирую, то есть как бы нагнетаю обстановку. Ведь самооборона, вот все, что нужно, вот видно меня, нет? Ведь любая может или и убежать, или сломать этот палец. Просто взять, сломать. Вы понимаете, насколько это все беззащитно? Попробуйте прямо сейчас. А сзади хватает то же самое, нежненько, аккуратненько, чтобы ему пальцы насильнику не сломать. Вот так вот берется, вот так вот. Вот этими вот, за мизинцы, и вот так это двигается. Для этого нужно силы меньше, чем у этого. Если уж дошло до самообороны, бейте в этот глаз. Но это не просто так. Это наш специальный тренер. У нас же сколько этих самых
бывшим спортсменам могут нас вас научить в школьном спортзале. Настоящая оборона. Вот он манекен, и ты бьешь пальцем. И вот. И не просто бьешь, когда на тебя замахивается тренер, допустим, он стоит за этим самым, за манекеном, и вот так вот делает, или вот так вот. А ты манекену глаз бьешь. И однажды, когда в жизни это случится, автоматизм, ты девочка и думать не будет, надо ли защищаться, не надо. Вот, сразу глаз, а когда таких девочек будет миллион, все выпускницы, все, кто захотят эти девочки попользоваться, будут обходить, как обходить ее стороной, как от змеи, самой страшной, гремучей змеи. Вот так вот. И вот это надо, причем специальную программу. Иначе не спастись, мы страшнее все, с каждым годом все хуже. У нас дебилов все больше, вы спросите у любого учителя, он скажет. Плавание со сдачей нормативов. Сколько у нас детей тонет? Тут даже все должны плавать. Все должны сдать норматив. До единого, там плевать, будет он в бассейне, в речке, где угодно, в море плавать. Но научите сперва, вместо этих козлов, вместо этих матов. Вам нужно всего лишь заняться художественной гимнастикой плюс танцы. Это одно и то же, в смысле, звенья одной цепи. Вот. У вас будет танцующая походка, вы будете привлекать взоры. Это для вас надо. Думаете, все сказал? Курсы шоферов, сейчас женщин не меньше этих водителей стало, чем мужчин. Вышло из этого, курсы шоферов обязательно. Все. Ну, можно где-то поспорить, что это будет, так сказать, как бы не обязательно, а как бы, вот. Но лучше обязательно. Вот это все за два последних года. И никакой математики. Я ниже покажу вам еще, поиздеваясь над этой математикой. Вот так вот. Биология по Железову. Это пункт 7, это все еще я не все сказал. Значит, диплом садовода-огородника. Он нужен? Может быть, не нужен. Но... Или вы возвращаете свои огороды, вот, а для этого и сделана будет вот эта программа. А потом можете не подходить к грядкам, но уметь выращивать деревья и овощи. Это обязано, это именно для этого и существует школа. Пришкольные участки, да, плюс собственные дачи. Но пока... Не научится, пока не представит себя. Есть видеокамеры и все. Вот. Отчеты. Скопал грядки. Сам. Отчет. Ну, как сейчас. Это почти то же самое, как это называется, дистанционное образование. Посеял сам. Отчет. Ты на даче. Потому что или мы переходим на свои овощи. Я уж не говорю про фрукты. Само собой. Или... Нас химия сожрет. Вот, Александр, смотрите, это из-за вас все. Я это, в таком тоне это. Это вы меня разбудили, как этот, помните, я говорил, Белинский Герцен или Герцен Белинского. Вот это очень важно. Вот. А почему по Железову? Потому что иначе не будет сада. Вот так вот уж получилось, извините, ребята. Или по Железову, или нет. Ладно, теперь еще, ну, надо было, биология по железу, общая биология. Называется «Береги здоровье с молодых». Дело вот в чем. Начинаем с этого. Это для девочек. Мужчины, может, сейчас отойти в сторонку на 5 минут. Девочки должны знать, что такое аборт. Не где-то там слышали, их никогда не коснется. Вот, а с просмотром видео. Когда вы это видео просмотрите, я уж не говорю о посещении... этих самых специальных учреждений, для посмотреть, что там, что такое настоящий аборт. Вот. Я даже боюсь дальше, ну, как бы расшифровывать это. Язык не поворачивается. Вот. Но что после этого, пусть это даже будет, как бы сказать-то, какой-то степени комплексом, но что после этого по дуре, по пьяни не попадать туда, где это ребенка на части разрывает и вынимает из вас. Вот это обязательно, это какая-то самая. Потом, значит, изучение, да, вот она, девичья печень.
Она чистенькая, она красивая. А вот печень алкоголика. Хочешь такой быть? И фотографию лет 25-30, подлеговая вся. То же самое касается и алкоголизма, и курения. И все это надо проходить, а не то, что я ниже покажу. И вы должны знать, что такое жировой пояс, и не пытаться избавиться, если у вас где-то там за 10% не выходит предел этого самого лишнего веса. Ну и живите с этим 10%. Это как раз пояс, чтобы плод сохранить. Вы же падать будете, вы же, у вас нарушение будет не просто, там говорят, гормональное нарушение, у вас будет просто, когда вы будете ходить, у вас будет шатать из стороны в сторону, потому что у вас центр тяжести сдвинется. Вы будете падать. Этот жировой пояс спасает ребенка. И еще и вас спасает от лишнего перелома. Это одна крайность. А теперь что такое целлюлит? Я вам скажу, потому что это как пример. Потому что вот должна учиться с указкой. Вот, ну никто этого не делает. Ну послушайте до меня. Вот фигура. Вот она там, может быть, это видео, но лучше. Или это просто схема. Или вот, извините, девочка в разрезе. И вот он, этот слой жира. А девочка ходит по улице, как на риске еще, в 40-градусный мороз в этих самых. В чем ходили, думать? Колготок не было еще. Капроне. А потом что? Они должны знать, что жировой слой, он весь пронизан капиллярами кровеносными. Капиллярами. И от холода, когда вы выставляете свой голый этот самый, этот, как его назвать, ливерную часть, или как там, тоже утрирую, вот, выставляете на мороз, да, но он вам надо, чтобы не просто жених увидел ваши эти самые формы, или там это, чтобы все видели, весь город, и чтобы вы мерзнете, он сжимается, сжимается, и когда-то, когда хорошенько промерзло это место, вот эти, неудобно говорить какие, значит, у вас полностью прекращается кровоснабжение. Отмирает жир, он живой. А он отмирает, становится мертвым. Вот это и есть целлюлит. А потом его ничем не оживишь и никуда не избавишься. Кровеносные сосуды внутри мертвые. И вот разделяйте. Вот не я, учительница, каждая из вас должна была объяснить, что такое жировой пояс, который спасает у вас и ребенка от травм. И что такое целлюлит. Что это все надо прикрыть получше, а не выставлять и так далее. Вот. А геморрой откуда бывает? Первый геморрой, вернее, первые зачатки от чего? Да от того, что вы же девушки в школах сидите. Сидите, сидите, сидите. Первое всего это застой крови, а потом уже все остальное. И этот геморрой потом вас всю жизнь будет преследовать. Так вот, когда будет перестроено, когда-то нормальные люди там появятся где-то, там. Вот, нормальные люди, настоящие, умные, толковые, которая переделает программу, вот. Тогда больше будет спортзал, бассейн, грядки, вот. А без этого, без логарифмов девочки обойдутся. Вот тут я полностью на стороне вот этого товарища, полностью. Потому что все-таки большинство девочек будет матерями. Ой. Ну вот это вот я уже как бы вывод сделал. Действительно, ведь что такое биология? Ведь больше это, как тот у моего белоруса пожилого, моего друга, вот, 17 компонентов. Вот пусть и учительница-то и расскажет то, что не вот эту дурь, которую ниже я покажу, а пусть бы учительница и рассказала девочкам, из чего состоит больше. Из свеклы. А из чего свекла состоит? А вот это на пользу, это будет то, это значит кровь, это значит лейкоциты, это значит это самое. Самых, в конце концов, когда все это изучат, из чего больше состоит, 10-20 компонентов, человек будет прекрасно представлять, не просто как его варить, а для чего его варить. Вот это и будет биология настоящая. И мужика своего, если эта девушка будет кормить, и не только мужика, и родителей своих. И детей, детей, детей. И со своего огорода. Или мы на землю вернемся, или у нас ни хрена не будет страны. Вот это вот, да, смотрите. Это современная биология, которую я требую запретить. И вот тогда, когда девочки и мальчики, ну, в данном случае я акцент на девочках делал,
Но что касается посадки семян, ну, все равно как бы огородица как-то больше женской считается. Ну, согласны? Вот. Хотя бы они научились бы это делать. Ну, ладно. Вот это современное, это я взял и сфотографировал прямо с экрана. Вдруг оказывается, да, дистанционное обучение идет. Вот это ОРТ. Общественное российское телевидение. И там молодой человек, я смотрю, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я лучший ученик. Вот для меня это как семечки. Ну, я еще не забыл, как это делается, да? Я не успеваю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я думаю, господи, бедные вы дети. Ну, это простенький пример. Но когда он дошел до этого, да, ему на это потратить понадобилось секунд 30. Вы представляете? Или это до 11 класс. А нахрена она им надо, девочке вот это вот? Она с экрана это посмотрит. Это я взял до этого, как снимал с экрана. А девочка смотрит, он говорит, да это бесполезно, для чего это делаете вы? А сейчас я расскажу про этот 11 класс. Эту передачу, где учитель учил. Господи, да из 100 человек, ну дай бог, если один, это все поймет. Остальное для кого? Дело в том, что я хочу, чтобы вы поняли. Однажды случилась беда. У нас и так было плохо. Дети заканчивали в 17 лет школу, а 18 лет можно жениться, 18 лет брали в армию. Вот, и целый год дети болтались. И тут два противоположных этих направления давай развивать. Обучение 6 лет, но оно провалилось, вы знаете. Потому что гений попадается. У меня он Сенька, вот с фотографией. Ему 5 лет, его сейчас надо в школу брать. Срочно брать. Потому что отупеет же. Вот. Такие дети не каждый день родятся. Ну, кому они нужны? Может, для них надо было специально набирать их как особое, чтобы в каждом городе. Это тоже, считайте, еще одно мое, которое никому не надо, социальное изобретение. В каждом городе должен быть специальная школа. Может быть, в каждой школе класс, но тогда на них будут пальцем показывать. Пусть это было бы какое-то отдельное с углубленным изучением. И туда брать вундеркиндов. В стране нужны вундеркинды. Они же к 11-летнему окончанию школы же тупеют. Так что смотреть противно, когда общаешься с молодежью. И вот надо было придумать с 10 на 11, чтобы занять их, чтобы они не болтались целый год. И придумали. Но при этом они не были готовы совершенно. Чем занять программу целую, насытить? Вот. И я вот это вот взял, когда я набрал 11-летнее обучение. А это не я. Это я просто скопировал. Итак, это официально. Задуман. Ну, то есть, получается, первый полностью, чтобы уместить в школьный курс все увеличивающийся объем знаний. В школьный курс-то можно, а мозги-то как? Чем они думали-то? И что вывод сделали? Образование ценно. Да, кто бы спорил. Развивает мозг, кстати, в реальности тупеет. Продлевает детство. Это как продлевает-то? Что 11 год издевается над детьми там в школе? Оно длинное, так как объем научных знаний постоянно растет. А что дальше надо было? 12 год, 13, до 25 лет в школе. Совершенно это самое. Не представляет вот эти. Знаете, когда существует какая-то организация, она должна выдавать продукт. Продукт. Вот они выдают продукты. Вот. Чтобы уместить все, увеличить объем знаний. Эти продукты угробили школу. Угробили. Страшное, что в школе это вообще невероятно. Вот это такой народ там в этом Минпросе и в Академии наук. Это страшно. А да еще в каждом этом самом, как это называется, в каждом департаменте. Это бабушка моя говорила, департамент. Вот. Так вот, я взял, это даже уже садоводство началось. Мне какая-то это, ну не собирался я вот это вот искать, не собирался. Вот, знаете, это как, ну Яндекс, вот каждое утро смотришь, что там новости, нажал на Яндекс, ну нажал. Вот выскочило это, думаю, а интересно,
А что ж тут написано? У меня же нет такого учебника. 49-й год, Волков. Фамилия знакомая. Каждый школьник может сам вырастить яблоню. Дело нетрудное, требует терпения, настойчивости. Вот. Это что получается? Это получается, что раз в 49-м году, значит, в 50-е годы, я уже не помню, я в школе учился с 57-го по 60. Ой, забыл. Ну, с 57-го года я в школу поступил. В 57-м. Вот, я уже не помню. Но нас-то учили. Ну, правда, не по учебнику, а на практике. Но это было для детей. Но тут, получается, нашла коса на камень. Дело в том, что я когда нажал еще раз, вот так умерился. Сейчас-то кто учит? А? Что, чему учат, я покажу ниже. Умерился я. Да? Нажал вот так, прямо сюда, вот на эту квадратик. И смотрю, ё-моё. Значит, бордюрчик это святое. Она обошла не только, может быть, началось от Волкова, может быть. Скорее всего, началось с 19 века. А Волков ее тоже, ну, часто я вижу, часто. Здесь и хорошее это то, что когда садили, сделали обрезку. Видите? Я никогда не говорю, что я изобретатель обрезки. Вот. Я сам когда-то об этом прочитал. Но я знаю соотношение, чувствую шкуры, но это уже опыт. Сколько надо обрезать и как обрезать. Так, это именно при посадке. Видите, как здорово Волков сделал. Но он не мог отказаться от традиционной посадки. У яблонь очень сильная корневая шейка, крепкая очень. И основание штамба. Вот. А во многих областях, а я это... Вот это место, да, оно не только, допустим, может быть сыровато, потому что здесь вентиляция хуже. Так, оно еще и провалится, вот так вот. Это обязательно провалится. Кто механически выполнит, любой школьник, как там написано, это любой школьник угробит дерево. Яблоня проживет 5, 10, 20 лет, она крепкая, да. Вот. Про то, что это именно яблоня, вы заметьте, найдите слово яблоня. Вот. Об этом забудется. И начнут садить так и абрикосы, и груши. Абрикосы и груши самые слабые. И это еще не все. Самое страшное, когда вот здесь вот засыпается все это снегом, вот это все замерзает, а это большая часть России. И вот здесь вот стоит лед. Прямо вот так вот, прям лед какой-то, настоящая лужица чистого льда. Потом она оттаивает, замерзает, оттаивает, и разрушает даже яблони. А потом, ладно, когда в одних местах растут яблони, в других нет, а люди даже не догадываются, в чем дело. А посадка в 90% случаев, 90-99%, вот такая же, согласны? Вот. И я нашел случайно, то есть в Яндексе, бросил в глаза. Ну, тут еще прививки, обязательно надо, прививки хорошие, обязательно прививки, которые я бы даже бы, это, запретил бы даже бы учить им. Но это ладно. И вот получается яблони-яблони, а крупный план, и, пожалуйста, пошла гулять. Это все, что угодно, все так садить будет. Почему я говорю? Я зацепился за слово «школьное». Что это учебник. Ну, хоть такой был. Сейчас-то никакого. Когда мне сказал кто-то из авторитетов, что я не проверял. Вот у нас тут, я надеюсь, что Александр Алексеевич Ребрик присутствует. Он для меня авторитет номер один, он москвич. А вот это вот я взял и прикололся. Это я уже как бы говорю. Я взял и решил. Вот это вот, вот это дерево, вот оно. Это прекрасно, кто помнит, были два раза крупнее вишни, и абрикосы у него в руках были два раза крупнее. Но это к вопросу, год на год не приходится. Бывшим хозяином этого участка он спилил ветки с этого, мешали ему, с вишни, не с этой, а с его мамы. Вот. И они валялись там, и я нашел вот эту вот самую, смотрите, вот эту я нашел, она догнивала, это вишневая ветка, видите? И на ней появились грибы. Вылитая пята. Я что сделал? Я взял вот эту палку вчера и просто взял ее и прицепил ее к этой вот к этому дереву. Теперь, по идее, я занес сюда вирусы, не вирусы, грибы, не грибы, вот, пыльцу, не пыльцу, споры, не споры. Но в центр вот этой вот роскошной это. И теперь, по идее, она у меня должна
перебраться на эту вишню, и как во всей Европе, все вишни должны были, извините, сдохнуть. Я сейчас еще раз, помните, я опять Тимирязевка, опять академики, и я слушал, как следующий товарищ говорил, у нас в Европе все погибли. И он начал перечислять десяток болезней, которые якобы погубили вишни. Если бы деревья не калечили, вот к этому-то дереву никто не подходил ни разу, штамп ему не делал, не осветлял, урожай каждый год, это молодое дерево. Вот. И вот это вот, да, вот это вот, я сделал так. Ну вот смотрим, как вот эти грибы начнут жрать теперь, я как бы здоровое тело принес этот, инфекцию. Как они их будут жрать? Ну, по моим понятиям, жрать не будут. Никогда. Отрезать, искалечить – это одна причина. И вторая причина, раз уж сегодня такой у меня получился митинг, вторая причина – свежая кровь нужна. Верните вы вот это все. Вот, у меня сейчас две банки трехлитровые, одну кое-как разослал по России. Вот, и вы никогда не увидите здесь ни одного больного листочка, ни одной тли не увидите, ни одной дырки не увидите, ничего вы не увидите. Почему? Иммунитет. А вторая, я говорю, причина – свежая кровь нужна. У вас там все равно европейская Россия, Ленинград, Москва, Тверь, Питер, то есть этот самый, Псков, там это, Горьковская область, как она сейчас там, забыл. Вот. Костромская, там это самое, Липецкая. Вся вот эта, где покрыта была садами, даже не только Украина, но и мы. Вот. Ну, пришла пора, им там плохо. Им плохо, потому что они когда-то пришли даже не с Украины, а на Украину еще южнее были. И двигались на север. Ну, им плохо, понимаете? Им нужна постоянно свежая кровь. Это, я уж не говорю о близкородственных связях. А теперь современная биология. Вот когда вот этим их обзывать, они совершили преступление против всего школьного образования. Вот это вот заставили детей учить. Вы представляете? Я пытался, ну, не средний у меня уровень, я не академик, и не этот, не полиглот, и никак он еще там. У меня не энциклопедическое знание, у меня, ну, как сказать, я отстаю только потому, что у меня память плохая. А то бы это. Ну, какая бы ни была память, давайте хоть одна учительница. Вы представляете, как подставили учителей? Она должна детям вот это рассказать и требовать от них повторить. Вызубрить можно. Ну, один человек из 10, остальные вместо двойки получат тройку натянутую. Потому что это же все не расшифрованное. А ведь это базовое его назвали. Базовое, понимаете, базовый уровень. Вот эти люди, им поручили, раз появился 11 класс, что им поручили? Заполнить эти же уроки, в данном случае биологию, заполнить ее каким-то содержанием, чтобы дети стали, там же, помните же, фраза-то из этого, еще умнее! А я говорю, пусть дети научатся деревья сажать, грядки сажать, морковку, свеклу. Нам иначе не выжить. За 10 лет исчез этот рынок частный, вот этот. Я вам покажу фотографии старые и свежие. Что там творилось? Это рынок, никакая Египет. Это же все завалено всем овощами, даже фруктами. За 10 лет угробили все. Вот эти подлецы, им просто нужно было взять и чем-то заполнить. Какое обучение, какое образование, какая польза, какое развитие мозгов. Ведь если это запомнить, а учителя их-то за что? Значит, вот это все-то кто-то должен. Ведь эти же люди к нему придут. Ведь он же еще за высшее образование отвечает. Вот. А девушка эта, которая, ладно, там где-то, а это же молодежь, она-то должна знать. Она тоже, как моя племянница, плакала слезами, потому что ничего понять не могла. Ни одного слова понять не могла, ни единого. Так я почему считаю? Конечно, до нее не дойдет этот вебинар. А может, кто-нибудь пошлет Минпрос и так и напишет.
что это для Елены Дружининой надежда российской науки. Чтобы кто-то на этом... Ну, вот я рассказывал, помните, эти анемичные, не кожа, не рожа, так сказать, те. А это другая крайность. Эти, конечно, жрут мясо только так. Эти на диете сидеть не будут. Вот. Ну, у них есть еще одна такая вещь. Дело в том, что я что хочу сказать. У нас идет феминизация общества. То есть не только из-за них, это все-таки крайний случай. У нас мальчики становятся девочками по поведению, по внешним признакам, по это самое, по, как бы это сказать-то, они просто инфантилизм дикий. То есть они остаются, если не девочками становятся, то остаются детьми. Вот. Все казалось бы нормально. И вот природа предусмотрела кое-что, создавая мужчин и женщин, это не я, это справочник, добавила к их половым гормонам гормоны противоположного пола. Взяли, совершили глупость, четко разделили женский гормон и мужской гормон. Не каждый выговорит, да? Общество разделяется, то есть разделялось по половому признаку очень четко раньше. Мы прекрасно знали, что такое девочка, мальчик, что такое мужчина, что такое женщина. Вот. Сейчас, к сожалению, если не остановить вот это самое инфантилизм этот, а для этого должна... Все к тому же, это школа. И в школу должны выйти мужчины. А мужчина, я в данном случае я про них ни слова не сказал, я только говорил о том, как надо воспитывать девочек, и то это так, наброски первые. Вот. Только не дай бог кому-то сказать, а вот взяли за вот это, а вы теперь возьмите, наполните это все. И опять такой дури понасуют в эти учебники, такой дури, что будет еще хуже, чем было. А вообще, вы должны четко представлять, я начал-то, помните, с того, с этого, со священника авторитетнейшего, что сказал авторитетнейший священник? Он сказал, что девушки должны заниматься домашней работой. Вот. А девочки у нас бывают разные. Это я уже заканчиваю эту тему. Вот, например, я открыл однажды, любопытно, что мне казалось бы надо. А назывался справочник для, так, фельдшеров или медсестер, для фельдшеров. Обычно то же самое, там все то же. Ну, сердце, печень, почки, там это, кровь, гемоглобин, все. И вдруг я наткнулся на мужские и женские гормоны. Знаете, что было написано? Таблица. И, к сожалению, у меня эта книга не сохранилась. Сейчас бы с удовольствием перефотографировал. У женщин разбег такой же по гормонам, как и у мужчин. То есть, если у мужчины тестостерона, там цифры назывались, там граммы, миллиграммы, не помню. И у женщин столько же. И тогда я представил себе, такую женщину загонишь на кухню? А надо ли ее загонять на кухню? Вот она есть та самая, но таких женщин где-то 10-20%. Вот, вспомните бизнесвумены, вот, спортсменки выдающиеся, так? Которые мужчинам почти не уступают. Ну, где-то 10-20% таких. Для них должно быть свое образование, свое обучение. Дело в том, что вот это я к Железову говорю, и прав, не прав, другое дело. Но я утверждаю, что андрогены и тестостерон, они отвечают не только за мышечную массу, половые признаки, низкий тембр, а волосение, за ум. Понимаете? Если у женщины вот эти же, они условно гормоны мужские, пусть это должна женщина оскорблять. В женских организмах они есть у всех. Вопрос только в процентах. Я не буду углубляться в вот эти самые. Для чего нужны половые акты, как не для обмена гормонами. Но берем крайний случай. Женщина может быть гормонов, как у мужчины, и ум такой же, как у мужчины. То есть тестостерон и андроген отвечают за ум. А есть мужчины, они умные не назовешь, но вспоминаем мир искусства. Это или голубые, или близко к ним, или мужчины на мужчины, и не голубые вовсе, и семьи имеют, и детей имеют. Но такой тип другой. Итак, мышечная масса поменьше, половые признаки меньше, тембр голоса повыше, волосение пониже. Поняли? То есть в них присутствуют женские гормоны, экстрагены. Вот. Может, они не такие умные, но они создали нам искусство.
песни, музыка, картины, эти самые выставки, танцы, фильмы. Это все мужчины, у которых очень много не женских гормонов, это неправильное слово, а просто экстрогенов и гестогенов. Они чуть по-другому живут, чуть по-другому развиты. Вот. Вот это вот люди должны знать. И получается, что священник тот, который сказал, что всех женщин окунул, он не сказал всех, но подозревается всех. И в школу им не надо, все. Да, среди таких женщин надо в школу. Они умны, они образованы, как правило. Среди них тупиц нету, потому что у них мужские гормоны. А женщины... Есть такой женский тип. Вспомните, даже есть тип женщины, допустим, как ее называют? Женщина амазонка. Маленькая грудь и прочее, прочее. Вот. Вот двух родит и хватит. А есть женщины-женщины. Вот. Эти женщины для производства это. Вот ее-то и может на кухне. Вот ей-то, я уже заканчиваю. И даром не нужно вот это вот самое. Синусы, косинусы и логарифмы придачи.